Гугулу, Панчапала, Чурна. Ну, Google здесь основное как бы средство, и Панчапала, то есть довольно-таки тоже интересный состав. Болезни кожи, свищи, геморрой. Используется при различных заболеваниях кожи, анальном свище, геморроях, нарывах, опухолях брюшной полости, вздутие живота, глистной инвазии. Абсорбирует и выводит из организма токсины, избыточный холестерин и другие липиды. Используется при варикозном расширении вен. Кожные заболевания, нарывы, варикоз, токсины, ама, высокий холестерин, анальные свищи и геморрой. Используется в основном это пол чайной ложки порошка, размешивает в стакане горячей воды, добавляет мед и принимает 2-3 раза в день до еды. При повышенной кислотности принимать малыми дозами после еды. Малыми дозами значит половину той дозы, которая обычно рекомендуется. И есть индивидуальная непереносимость.